В этой рубашке художник Ирина Севастьянова ради перформанса пролежала под землей 1 час 10 минут, дышала через специальную воронку. Художник Наталья Субботина ставила свою подпись, пока не онемела рука. Ее перформанс длился почти 4 часа. Это работа учеников мастерской акционизма Сергея Баландина, который обучал их этому искусству. Она позволяет каждому человеку по-своему ощутить себя в новых условиях. Кто-то воспринимает это как тренинг, кто-то воспринимает это как некий образовательный ресурс расширения кругозора, потому что мы действительно серьезно изучаем, что есть перформанс. Инсталляция «Амнезия» Олега Комарова о том, как мы забываем свое прошлое. Фрагменты родительского дома, которые сейчас выглядят совсем иначе, и на них проецируются различные изображения. Это определенные картинки из моей памяти. Здесь мы видим дрожание, если будем долго смотреть. Картинка постепенно видоизменяется, она исчезает и становится совершенно белой. В галерее «Виктория» отчетная выставка молодых художников. Они занимаются под сенью трех мастеров галереи, каждый из которых уникален и весьма необычен для Самары. Марина Матвеевна, Павел Пресняков, «События».